В агентстве недвижимости «Вита» на Дзержинского 64/1 обычный рабочий день. Вернее, не совсем обычный. У компании первый значимый юбилей – 10 лет. Но в офисе все по-деловому строго, потому что подводить своих клиентов здесь не готовы даже в свой праздник. Четкость и пунктуальность – деловое кредо компании. На протяжении всех лет «Вита» оказывает бесплатную юридическую помощь при покупке и продаже недвижимости. И это сегодня весьма важно. Мы на рынке недвижимости отработали 10 лет. Мы оказываем услуги нашему населению по продаже объектов недвижимости, по аренде объектов недвижимости. Нежилые помещения продаем, значит, земельные участки. Ну, собственно говоря, все, что связано с недвижимостью, мы это проделываем. Дипломы и поздравительные письма от надежных партнеров Сбербанк, ВТБ, ПСБ и Россельхозбанк были вручены руководителю в праздничный день. Их статус – статус ключевых игроков в банковском секторе уже говорит о многом. Связка с кредитными организациями – показатель надежности агентства недвижимости. Своеобразная гарантия безопасности. Агентство недвижимости «Вита» – это надежный партнер, который всегда оказывает высококачественную услугу. Многие люди еще не верят в профессию риэлтора. А агентство недвижимости «Вита» – это живое доказательство, что это очень серьезная профессия, которая нужна людям. Очень хочется поздравить агентство «Вита». На протяжении долгих лет мы с ними работаем. Соответственно, 10 лет – это долгий срок для любого агентства недвижимости. Я рада, что «Вита» развивается, пополняется, скажем так, у них коллектив. Желаем дальнейшего роста, дальнейшего развития, стремительного развития, успехов, легких клиентов. В этот день от партнеров, клиентов и работников агентства недвижимости звучали в адрес руководителя Гулиной Ольги самые теплые и добрые слова. Положительные отзывы подтверждают, что сотрудники работают на совесть и всегда с пониманием относятся к каждому клиенту. Стоит отметить, что 10-летний опыт работы в данной сфере недвижимости, он говорит уже сам за себя. Это стабильная организация, это надежный партнер, который позволяет иметь надежные, крепкие взаимоотношения. Мы рады, что они есть на нашем рынке, мы рады, что мы можем с ними работать весьма плодотворно, интересно. И самое главное, пределов и совершенства его нет, и мы понимаем, что у нас есть общий рост, есть общие точки для роста, вот, по которым мы работаем, следуем и будем работать. Партнерство, конечно, заключается в нашем взаимодействии. Клиенты обращаются в банк за ипотечными кредитами, а агентство недвижимости, конечно, выбирает объекты недвижимости. Конечно, хотелось бы пожелать процветания, дальнейших успехов в работе и, конечно же, плотного сотрудничества с нами, с банком. Мы всегда поможем. Работа риэлтора заключается в полном юридическом сопровождении сделки и организации всего документооборота. В общем, если вы уже задумались о продаже или покупке квартиры, то лучше довериться профессионалам, таким как «Вита». Наша основная работа – это помогать людям. Помогать людям находить то, что им хочется. Это основная работа риэлтора. Что им хочется? Вот знаете, люди бывают абсолютно разные. Кому-то хочется замок, а кому-то хочется домик в деревне. Вот мы работаем под их потребности. Офис агентства на Дзержинского 64/1. Если вы готовы, его двери всегда открыты. С 8 утра до 5 вечера. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».